Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как поменять клавиатуру на ноутбуке Lenovo модель G580. Первым делом отключаем АКБ, сдвигая ее на себя. Потом откручиваем вот эти два болта, которые держат крышку. Убираем их, чтобы они нам не мешали. Не хочет у нас убираться. Его другую отвертку уберем. Все, убрался. Сдвигаем крышку и убираем ее. Все, чтобы поменять клавиатуру, нам надо открутить три болта крепления клавиатуры. Вот они помечены значками клавиатуры. Первый, второй и третий. Откручиваем первый. Откручиваем второй. И откручиваем третий. Все. После этого так, все болты выкрутили. Да, проверяем, что все выкрутили. Переворачиваем ноутбук, открываем крышку. И здесь у нас она должна держаться на защелочках. Чтобы их открыть, используем тонкую плоскую отвертку. Что-то у меня кто-то ее тонкую плоскую отвертку забрал, подсунул крестовые мне отвертки. Так, отвертки я вот так и не вижу, но давайте я воспользуюсь лопаткой. Тоже удобный инструмент. Берем лопатку и вот так от центра ее здесь подпихиваем. И клавиатуру приподнимаем, ногтями ее держим и идем дальше. Вот так отщелкиваем крепление клавиатуры. Все, здесь вот отщелкнулись, и по бокам еще по два крепления. И также с этой стороны отщелкиваем потихоньку. Все, клавиатуру приподняли, дергать ее не надо. Сдвигаем ее чуть-чуть вверх аккуратненько. И вот кладем ее, так, ну вот сюда ее класть, конечно. Не очень удобно. Вот можно вот так. То есть я сдвинул, открываю разъем, держащий шлейф. Все. И клавиатура у меня вытащилась. То есть тут клавиатура, модель. Вот я покажу модель. Вот это клавиатура Lenovo G580 ноутбук. Все, также устанавливаем ее назад. Эту же клавиатуру, либо новую. То есть берем аккуратненько, кладем ее сюда и аккуратно, тут самое главное не повредить шлейф и ровно его поставить. Шлейф тут коротенький, не очень удобно это делать. То есть вот я шлейф вот таким макаром туда устанавливаю до упора и смотрю, чтобы он стоял ровно. Все, до упора установил, ровно стоит, и закрываю назад этот разъемчик. Все, по разъемчику видно, что шлейф стал ровно. Потом беру также под наклоном, ставлю в нижние пазы и прощелкиваю по периметру, чтобы все защелкнулось. Ну и в обратном порядке вкручиваем три болта и закрываем назад крышку. Все, клавиатура поменена. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!